кипиш, блядь, это же все на соплях держится. Моли Аллах, чтобы он был. Потому что к вам не придет никто. Ну ты-то пришел. Какого Аллаха? А я думаю, что просто... Мы великого, наисветлейшего Кима молим. Так, продолжай. Все. На камеру. На камеру не буду. Ее сейчас сшибут. Смотри, конструкция-то. Шаткая. Не стучи. Не, а все, давайте хоть противоударно, нет? Направо. Да хоть изолентой прикрути. Локи, ничего, блядь, доверить нельзя. А до вас что, так и не дошли, что ли? Там же, блядь, роды, то ли, могут. Вообще, мне неплохо было бы здесь кресло просто. Выходит группа порядка 20 человек. Сука, как я забыл кресло-то с собой взять? Идите на точку ТН, идите на точку ТН. Точка немца, точка немца. Они ходят с того кругаля, блядь, нас пиздить. Мы ходим с этого кругаля их пиздить, блядь. Инь-янь, блядь, какой-то, сука. Сунь-хунь-чань, блядь. Сейчас крутится, нет, вообще? Крутится, нет? А сейчас стрелять начнут, они только крутятся. А вот еще тут. Сука, я бы на месте противника специально бы целился. Надо геликоптер. В третий. Я просто боюсь, они сейчас увидят ее. Вот на геликоптере аккуратненько между двумя нас поставили. Да, тяжело. И пиздец. Тем более, с учетом того, что там будет дистанционный подрыв. Да, это объявляется. Турель лазерная. Ну, скажет, вот она контролирует. Когда они, блядь, камеру поставили, сидят только нахуй на этом, на ноутбуке смотрят, блядь. Где нападаем, блядь? Точка немца. Я говорю, можно было квадрокоптер. Точка немца, ответьте пресс. Здесь он нахуй не нужен. А чё? Ну где ты здесь летать-то будешь? Какая разница? А мама нет, точка немца. Да и орёт-то как, блядь. Он за паника, блядь. Хотя, в принципе, над деревьями подняться, блядь. Да, чуть-чуть. Точка немца, к вам подмога пришла. Просто тут, например, кто-нибудь вы вдвоем отправляетесь минировать, а вами квадрокоптер все. Точка немца. Чувак, хорошая вещь. Да, где сумели. Нет, его над лесом подняли, все. Он будет видно. Это не читерство, нет. Не запрещено. Не запрещено. Использование технических средств не запрещено. Вы о чем подходите? Самолетики бумажные. Сидишь так запускаешь. Вертушки, да, блядь. Федя с парапланом. Точка немца, точка немца. К вам идет подмога с нашего респа. К вам идет подмога с нашего респа. Как придут, доложите. Привод замарал. Оружие беречь надо. Сука, северокорейская армия сильна, блядь. Но связь ебаная, блядь. Ее погубит. А связь советская. А связь в аренду взяли у южан, блядь. Да что китайцев досталось? Самсунг взяли. Самсунг седьмой, блядь, взрывается нахуй. Взяли в аренду. Они на ДМД. А ты только стреляют, блядь, по мне. Куда летает? Ребята, я тут детектор пока не знаю. Ну вот не своим пулеметом. Ну посмотрите, я могу, если просто сам я могу хотя бы прийти. Прям. Ближе подходи, не долетает! Сейчас, блядь, долетит. Человек 40 придет, блядь. Пускай, я жду этого. Просто момента. Придут, а так вот горсть шаров высыплют, да, скажут, да, все, заебись нам. Хром. Я скажу, ура, наконец-то. Хром. Лех, ты туда посматривай, на переправу. Все, вы не будете стрелять? Там так они не идут. Там туман. Я что? Вы что, опять к ним идти? Мне надоело уже это. Да не говори, как один раз мы этого, вы... Фу, да. Мне. Победили? Да. Она меня не видит, слава богу.